В центральной России уже начались ночные заморозки. В Москве на этой неделе столбик термометра опускался почти до минус 3 градусов. А это ниже нормы для конца октября. По данным гидрометцентра, скоро бодрящий морозец придет и в Ульяновскую область. Во всем виноват суровый антициклон. Сейчас природа находится в нашем предзимье, в таком периоде, как говорится, перехода от лета к зиме, и для которых характерно динамичное перемещение воздушных масс. Сегодня ночью центральный район находился под влиянием гребня антициклона, поэтому температура ночная была там достаточно низкая. Этот процесс синаптически перемещается на Среднюю Волгу. В последующие сутки влияние циклона сохранится, и ночь будет чуть теплее, до минус 3-4 градусов. Всю неделю до начала ноября в Ульяновской области погодой будет править этот антициклон. Ожидается мокрый снег в ночное время и температура ниже 0. Днем не более 5 градусов. Для тех, кто ожидает второй волны бабьего лета, у метеорологов есть новости. Начало ноября у нас должно быть довольно-таки благоприятных погодных условиях, то есть влияние антициклона, но уже более теплой части этого антициклона ожидается, с южными ветрами. У нас температура воздуха будет ночная слабо отрицательная или около 0, а дневная плюс 5, плюс 10 градусов. Синоптики также обещают суровую русскую зиму, без оттепели и снежную. Самым морозным месяцем, вероятнее всего, будет декабрь. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Управда ТВ.